Итак, друзья, вышло последнее обновление для iPhone, начиная с iPhone 8. Это обновление iOS 16.1. И вот что же... Ну, я, кстати, проверил, вот у меня уже скачивается это обновление на iPhone 11. И что же добавили в это обновление, что же нового привнесли, помимо значит, функциональных нововведений, которые достойны того, чтобы рассказать о них. В iOS 16.1 появилось несколько косметических или малозначительных нововведений. Вот их список. Fitness Plus будет работать без Apple Watch. Проценты зарядки в значке АКБ появятся на всех iPhone. У пользователей Apple Card появится возможность открыть сберегательный счет. Dynamic Island получит поддержку режима одной руки. Значит, ну и общий доступ к ключам в приложении Wallet. Соответственно, вот и все, друзья. Все, в сути, короче, ссылку на эту статью я размещу в описании. Здесь можем почитать поподробнее, если кого заинтересовало. Все, добро, все, пока, до свидания. Ну и я сейчас скачиваю, буду тестировать это обновление, как я это люблю. Вот так, поехали.